Ну, в целом мы контролировали игру в большинстве и ее времени. Но все-таки были отрезки, когда мы выключались, выпадали. Нужно их устранять, чтобы стремиться к своей цели и идти дальше. Нет, мы знаем просто, как Евгений Николаевич и Сергей Леонидович, тренера «Прогресса» нынешние, требуют расставлять своих игроков в обороне, как они играют, какие у них принципы. И поэтому нам было легче, мы пользовались этими недочетами, потому что в любой системе обороны есть свои минусы, есть свои плюсы. И мы сделали акцент на минусах, и получилось, что забили сегодня, нам это очень помогло в игре. Ну да, в принципе, сегодня порадовало это, порадовало еще то, что наконец-то у нас появились какие-то очертания игры, которые нас требуют тренера, у нас они никак не получались. Сегодня вроде как более-менее что-то вырисовывалось, было видно. Конечно же, как всегда, нужно стараться работать еще больше и прикладывать еще больше усилий. Посмотрим. Тренера нам укажут на игру «Автодора». Я не думаю, что они будут обороняться, что они будут отбиваться, они будут играть в футбол, потому что там команда такая, когда мы с ними провели первый матч, они прям жили на площадке, когда мы им давали эту возможность. И им и такой футбол нужен. Нам же нужно просто лишить их этой возможности и навязывать свою игру, свои действия.